Недавно президент Казахстана заслушал отчет от правительства Нацбанка по проделанной работе за 2020 год и проверил состояние золотовалютных резервов страны и всех активов банка. По заявлению председателя Национального банка, структура выполнила все поручения президента, в том числе по стимуляции кредитной политики для обеспечения экономической стабильности. Также были предприняты все возможные меры для сдерживания инфляции, которая благодаря этому не превышает 8%. Для продолжения курса стабилизации экономики Нацбанк разработал документ. По денежно-кредитной политики на 10 лет и создан спецорган для принятия важных решений. Президенту Казахстана также доложили об успешном использовании средств пенсионного фонда для улучшения получаемого жилья и других первостепенных задач. В Нацбанке отметили резкий рост популярности безналичных расчетов в связи с карантином и снижение комиссий за операции, проводимые между банками. Такая заявил о негативном влиянии распространения коронавируса в стране на экономику и отметил, что принятый им пакет антикризисных мер позволит легче пережить эти непростые времена. Столкнувшись со спадом экономической активности, своевременные меры предотвратили ухудшение ситуации. На меры по поддержке экономики и занятости населения Нацбанк выделил более 2 миллиардов тенге. Благодаря этому мы сохранили коммерческую активность и избежали массовой безработицы. Особое значение приобретает эффективная работа Нацбанка с государством в социально-экономической сфере, сказал Такаев. Но несмотря на это, президент поручил после выхода из кризисной ситуации уменьшить долю влияния Национального банка на экономику страны правительство по моему поручению приняло беспрецедентные меры по поддержке экономики в целом и в частности малого и среднего бизнеса. Реализовано три пакета антикризисных мер на 15 миллиардов долларов. Конечно, важно понимать, что государство не может постоянно финансировать бизнес. Активное участие Национального банка должно быть ограничено по мере восстановления экономической активности и активности банков второго уровня. Следовательно, по истечении срока действия программы льготного кредитования меры государственной поддержки должны уступить место рыночным механизмам. Делать это нужно постепенно постепенно, учитывая социально-экономическую ситуацию, подчеркнул президент. В общем и целом, отчет Нацбанка президенту понравился, и он поблагодарил правительство финансового учреждения за проделанную работу. С учетом обсуждения, утверждаю годовой отчет Национального банка за 2020 год. Считаю, что в нынешней ситуации крайне важно обеспечить финансовую стабильность. Нацбанк вместе с правительством должны продолжить работу по повышению эффективности денежно-кредитной политики и активному развитию потенциала финансового сектора, заключил Такаев.